Я, конечно, не знаю, как. Я просто хочу отказаться от этих 3000 в пользу кого-то более нуждающегося человека. Но я бы вот могла, если бы могла организовать это все, я бы публично отказалась, чтобы все не взяли, вот просто пренебрегли вот этим, этой подачкой. Тогда вот как-то власть поняла, что это позор. Люди своей жизнью тут рисковали, умирали, мучились. Я вспоминаю блокаду с ужасом. Я рассказываю своим внукам о ней. У них волосы дымом. И после этого я вот такую, мне швырнули подачку. Раньше мне давали макароны, помню, какие-то были дни блокады. Давали макароны, короче, конфет. Такая забота, в кавычках. Но я не знаю, что надо сделать. Потому что до сих пор еще блокадник и в коммуналках очень много людей осталось. Много еще несчастных. Что ты